Артисты Краевого музыкального театра устроили забастовку. К этой акции протеста присоединился только мужской состав труппы. 4 человека с плакатами в руках вышли на нулевой километр, чтобы озвучить свои требования. Они потеряли работу, их родной завод закрыли. Они вынуждены искать средства к существованию. И один из способов заработать – организовать мужской стриптиз. Это краткое содержание премьерного мюзикла, который состоится 15 марта в музыкальном театре. Постановка преимущественно для женщин. Ограничение по возрасту 18+. Это не только комедия, но и тонкий драматический спектакль, где наряду с пластикой будут также внутренние переживания, глубокие чувства затронуты.